Не знаю, что пройдем, но я не знаю, насколько игра сложная. Посмотрим. Так, Last Action Hero, последний киногерой. Бла-бла-бла. Ты Джек Слейтер, самый великий герой кинофильмов всего времени. У тебя самое большое приключение в жизни. Оно началось, когда Дэнни Мэддиган получил какой-то специальный магический билет, который как-то отправил его на телеэкран. И внезапно этот парень теперь твой верный напарник, и вы вдвоем на большом экране уклоняетесь от пуль, взрываете машины, пролетаете сквозь окна и выносите плохих парней. Но что-то не так. Самый плохой парень, Бенедикт, получил этот магический билет и перенес себя и его банду в реальный мир. И теперь реальный мир в большой опасности. Только ты, Джек, можешь спасти его. Так что давай, поработай над своей магией большого экрана и дай нам одну запатентованную голливудскую концовку, еще одну. Ходить влево-вправо, ползать, нажмите вниз, бить, нажми А, жог, нажми Б. Есть жизни и здоровье. Сердца восстанавливают здоровье. Тут, собственно, описан каждый уровень, и обычно в это не вчитываюсь, вроде тут ничего интересного. Если что, вернемся, почитаем, если будет непонятно, что делать в уровне. 7 уровней. Похоже. Последний.
Thank you.
Thank you.
Шипел. Но сейчас полечилось. Непонятно почему. Где-то можно ящики какие-нибудь выбивать из них здоровье.
был уровень 5 из 7. Ну и мне кажется, мы его почти прошли. Ну это как тот чувак с пистолетом. У меня просто один хп всего был. Я думаю, я сяду, и он не попадет в муку. Паладины меня зарезали в спину жестко. Смотря здесь на улице, что... В принципе, наверное, не спавнится больше врагов. Можно вести за собой. Одного. Ну, двоих. Тут жизни нет. Thank you.
хп, это обычная хилка. У меня фул хп было. Пошатал. Так, а что здесь делать? Мне кажется, их бить. Это я на шестом стоял.
много урона получил сразу. Как это удар ногой делается? Хочу попробовать, я сейчас заново все равно запущу. Это надо вверх плюс удар держать. Дальность атаки выше. Это удобно. Понятно, кулаком больше урона или нет. Thank you.
на каждой должны быть где-то какие-то бонусы спрятаны. Тебя разворачивается самопроизвольно. Когда вверх нажимаешь здесь. То ли слишком чувствительный. Контроллер, то ли чё. В этой игре. Теперь я узнал, что я, значит, могу ногой бить. Возможно, это лучше чем-то. По крайней мере, удар более-менее понятный.
Есть какой-нибудь лайфхак, чтобы не нервничать, но VR идешь? Нет, никакого. До хилки добежал. Они резко разучились через препятствия перепрыгивать. Thank you.
континуум есть еще. Кулаками они быстрее умирают. Это тайминг попасть. Сейчас мы должны, наверное, этот уровень пройти. Поэтому мне нужно их просто убивать. Нет, победили. Опять тот же чел. То что ли? Вейкер возвращается домой. Жаль. Ну это изи прошли. На последних уровнях они внезапно вспомнили, что нужно жизни и клюки раскидывать.
Игра оказалась... Ну, я думал, что будет как... Total Recall какой-нибудь. Типа... Ну, долго достаточно играть. Ну, что же там, от Шварца какие-то игры. Оказалось, не сложно. Большая коллекция картриджей диска консольного. Картриджей у меня сейчас практически нет. Диски есть только Wii и Wii U, там их много. Остальное там по мелочи. Надо оценить игру. А, как этого плаката зовут, который вообще победил? Кстати, игру быстрее, чем Барби прошел. Наверное, битва Рипер, наверное. Так. Ну что ж. По сложности, что это? 6 тоже. Типа, можно слиться и заново все придется проходить. Это также с Барби, со Спайдерменом. Тоже там без этого, без особых изысков по жизням. А, рейтинг. Это мне больше, чем Барби понравилось Рейн и Стимпи. Ну, не более чем 6. Мне кажется, 6-6 для этой игры нормально. Плюс игра в копилочку. Смотрю, что-то... Есть ли смысл что-то еще играть? Ну, я не знаю, сколько.